В то время как в здании ООН проходит сессия Генеральной Ассамблеи, за ее стенами мирный протест. Здесь собрались люди, которые пережили ужасы коммунистических репрессий. В тот вечер моя мама не вернулась домой. Мы с отцом поняли, что что-то случилось. В тот день полиция арестовала мать Хансиньяна во второй раз. Первый раз ее задержали, когда Яну было 9 лет. Арест производили прямо на его глазах. Вошло 7-8 полицейских. Они схватили маму и отвезли в полицейский участок. Я испугался и плакал. Мать Яна оказалась в числе примерно 70 миллионов приверженцев Фалуньгун, которым в материковом Китае по-прежнему угрожают незаконные аресты и пытки в заключении. Их преследуют за духовные убеждения и веру в принципы истина, доброта и терпение. В своей речи во время Генассамблеи Дональд Трамп затронул вопрос нарушения свободы вероисповедания в Китае. По данным правозащитников, в КНР репрессиям также подвергаются христиане, мусульмане-уйгуры и тибетские буддисты. Мы находились в постоянном ужасе и вообще не могли жить как нормальные люди. Никогда не знаешь, когда они снова придут за тобой. Протестующие надеются, что мировые лидеры встанут на защиту веры и духовности. Тем временем на слушаниях в Совете по правам человека ООН в Женеве обсудили насильственное извлечение органов у узников совести в КНР. Представитель Международного трибунала по Китаю призвал расследовать преступления против человечности, которые, по его словам, совершают китайские власти. Извлечение сердца и других органов у живых, невинных и неопасных мирных людей – это самые худшие массовые преступления века. Представитель трибунала отметил, что органы извлекают в основном у приверженцев медитативной практики фалуньгун. Эти люди, как правило, здоровы и в настоящее время представляют самую многочисленную в мире группу узников совести. Трансплантация органов для спасения жизни – это научный и социальный триумф. Однако убийство донора – это преступление. Ранее трибунал выяснил, что в последние 20 лет в КНР извлекают органы узников совести без их согласия. В 2015 году Пекин заявил, что больше не использует органы заключенных. Однако трибунал так и не нашел объяснений, почему срок ожидания пересадки органов в Китае такой короткий.